И запомни, сынок, ты уже взрослый, самостоятельный человек. За тебя теперь все должна решать жена, а не мама. Дочь забегает в комнату к матери и взволнованно говорит: «Мама, мама, он уходит!» Мать невозмутима: «Скажи ему, пусть хлеба купит!» «Мама, ты не поняла, он навсегда уходит!» «Ну что ж, значит, будем ужинать без хлеба!» Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель. Жаль, конечно, что она не узнает, какой я идеальный мужчина. «Молодой человек, почему вы так пристально меня разглядываете?» «Это не я, девушка. Это мой будущий сын выбирает себе мать». Мужик в сарае варит самогон. Вышел к колодцу за водой, возвращаются, а там уже менты. «Ага, значит, самогонку гонишь, да? Ну что ж, пиши объяснительную». «Так а что писать?» «Ну, пиши как есть». Мужик сел, написал, менты читают. «Прохожу мимо сарая, смотрю, дымок из него идет. Думаю, блин, пожар, наверное. Ну, я бегом к колодцу, набрал 2 ведра воды, залетаю в сарай, чтобы огонь потушить. А там менты самогонку гонят». Старый замок. В прихожую заходит мадам, старая такая калоша, и говорит служанке такой же старой калоши: «Доложи своей хозяйке, что пришла сеньора Мария Анхель Хулия Лопес». Служанка заходит в комнату к хозяйке замка, такой же старой калоши, как и они, и говорит: «Госпожа, Хулия пришла». Хозяйка замка некоторое время недоуменно смотрит на прислугу, а потом и говорит: «А я откуда знаю, хули ты пришла?» Одна подруга пишет сообщение другой: «Ты представляешь, он изменил мне. Если честно, я хз, что теперь делать?» «Кто изменил, Валера или Антон?» «Антон». «Ладно, подруга, не парься. Антон, конечно же, мразь, но мужики, что с них взять-то?» Мать ругает 15-летнюю дочь, поздно вернувшуюся домой. «Я в твои годы даже из дома не выходила. Чем болтаться на улице непонятно с кем и непонятно где, лучше бы помогла мне пирог испечь к моему 30-летию». Бабники – это мужики, которые очень тонко чувствуют разницу между тем, какая женщина хочет замуж, а какая просто хочет. Врач пациенту: «Курите?» «Да». «Пьете?» «Да». «Ну так а чего ж вы после этого хотите?» «Как чего?» «Бабу».